Всем привет из славного города Нижний Новгород, где завтра, 25 декабря, СК «Нефтяник» проведет свой заключительный матч в уходящем 2015 году. На льду стадиона «Труд» армейцы скрестят клюшки с хоккеистами местного старта. Предстоящий матч обещает быть принципиальным, так как в составе нижегородской команды выступает сразу несколько хоккеистов, которые еще в прошлом сезоне защищали цвета СК «Нефтяника». Впервые в своей истории армейцы прибывают на берега Волги до Нового года, и впервые их встречает столь аномальная погода. Термометр показывает плюсовую температуру, идет небольшой моросящий дождик. Лед далеко не самого лучшего качества, однако в день матча синоптики обещают минус. И это значит, что мы вправе ожидать хорошей, качественной игры.